Время 6:30. Мамка моя уже все выпила, АСД. Ну вот, вес мой 87.1. Бутричком. Сейчас отзанимаюсь. Вот. Отзанимаюсь. Вот он. Оделся специально, отзанимаюсь. И пойду работать. Так. А сейчас начну первого. Чтоб сильно не затягивать, я по одному подходу покажу. Остальное, зато долго, длинно будет. Компьютера нету, чтобы все урезать, быстрять, блин. Так что, все. Первое начинаю я на пресс. Так, пока включим. Сейчас два подхода еще сделаю и к другому перейду к упражнению. Так, на пресс сделал, сейчас махи буду делать. На каждую ногу. Сейчас еще два.
подхода на махе. Сейчас еще на приз буду делать. Прогресс на лицо. Сейчас еще два подхода сделаем, уже мокрый. Жарко. Потом я вот так делаю, но я убираю другие прижимы-то. Потом посмотрим. Это скалитки. Пружины. А там две, как спанзеры поставлю. Ставлю две от спанзера, одну эту пружину. Одну убрал, потому что у меня локоть вот этот болит. И они две вот эти сильно жесткие. Туже, чем вот эти две еще. Вот эта одна. Так, чтобы не стрелило. Прогулиться с утра уже легким шагом. Ну, еще два подхода и потом приседание. Я раз присяду и все. Приклею. Да не светит. Но я сильно не это.
по многим утром не приседаю, потому что это сильно затянется, и так столько упражнений, что потом аж вес теряю капитально. Вот такие дела. Сейчас вот специально посмотрим, сколько потерял за утро. Вот. 86 800.